Наш мир в опасности. Чтобы спасти галактику, мы обязаны найти 4 киберключа, прежде чем десептиконы воспользуются ими во имя зла. Такова наша миссия. Лихач, Искривитель, Вектор Прайм, Фугас, Пулемет, Оптимус Прайм. Трансформироваться и вперед! Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. Трансформеры Кибертрон. Ад! Улететь на Землю — это лишь отсрочить неизбежное. Разрушение не ограничится Кибертроном. То есть Земля в опасности из-за черной дыры, угрожающей Кибертрону? Ты уверен? Конечно, уверен. Отправляйтесь без меня. Почему, Вектор Прайм? Я должен забрать карту галактики у Мегатрона. Нельзя позволить десептиконам найти киберключи. Опасно идти на такое задание одному. Истребитель. Да, сэр. Ты, Лихач и Оверхолл отправитесь с Вектором Праймом. Что? Ты уверен? Да. А что с Фугасом? Мы не можем забыть о нем. Мы разделимся на две команды. Пулемет, ты со мной. Помните, что бы ни случилось, нельзя дать Мегатрону дотянуться до Омега-шлюза или до киберключей, или все мы будем обречены. Существование Вселенной зависит от нас. Автоботы, выкатываемся! Есть! Мы не подведем! Надеюсь, что так, Вектор Прайм. Земля. Фугас может быть там, где угодно. Надо найти его, пока кто-то еще не нашел. Эти роботы круче, чем все, что я видел. Мне нужно одолжить... Супер! Где же это? Нет, нет, это не то. Должно быть где-то здесь. Надеюсь, ты не крадешь мои инструменты, Коби. Быстро придумай что-нибудь... Я хотел искать золото в холмах. Да, золото, да. Старатель, да. Это весело. Я не знал, что вы здесь, мистер Стентон, иначе бы спросил. Можно я одолжу? Конечно, тебе нужно будет доставить миллионы домой. Разве нет? Да. Вездеход, спасибо. Отдай глазу, Коби. Меньше, теперь больше. Боже, Бат, не пытайся вести с заднего сиденья. Да! Где это я? Планета грязи? Это Земля, она не вся из грязи. Так это Земля? Зеленее, чем я думал. Так ты что, из космоса? Не из космоса, с другой планеты. Я Коби, а это мой младший брат Бат. Идти можешь? Думаю, да. Меня зовут Фугас. Тогда за нами, Фугас. Надо увести тебя отсюда. Осторожней на выбоине, малыш. Поверни левее. Спасибо. Почему я не учу тебя ходить? Сначала одна нога, потом другая. Я умею ходить, спасибо. Ну, а я умею водить. Язык у тебя острый, малыш. Кто это? Не волнуйся, это мой друг Лори. Ходила за покупками. В шкаф своего брата. Тебя совсем не удивил мой большой говорящий робот? Ладно. Садись! Зачем? Коби тебя починит. Ну? Это не страшно. У меня вопрос. Вы меряете в сантиметрах или в дюймах? Я никогда не думал об этом. Эй, это не страшно. Ты в хороших руках у Коби. У него не лучшие оценки, но он очень крутой механик. Да, парень. Но не думаю, что Фугас знает, что такое оценки. Оценки? Хватит, ребята. Мой первый говорящий пациент должен быть уверен во мне. Так где же болит? Ну, у меня это... боль в руке. Я вижу. Ого, это дико сложно. Но ты починишь? Конечно, я могу починить все. Но я так думаю. У меня плохое предчувствие. Скорее, сосканируй местный механизм, пулемет. На
Надо найти фугаса, пока люди не заметили, что мы замаскированные роботы. Что-то я не могу выбрать. Стой! Мне этот нравится. Пулемет трансформация! Танк? Ты хочешь привлечь к нам внимание? Ну а пожарный автомобиль с огромными пушками? Они хорошо впишутся в пейзаж, да? Где же ты? А, вот ты где! Я тебя что-то не заметил. Танк идеален. Не надо платить за парковку, все уходят с дороги. Делаю 60 миль в час по пересеченной местности. А пожарный автомобиль больше. Погоняем! Должен находиться киберключ. Так говорит Картер. Он здесь, и его сила скоро будет моей. Я ничего не вижу на этом астероиде. Не на, внутри. О, чудно, нигде внутри астероида его тоже не видно. Картер врет. Фальшивка. Стой! Это же древняя карта космоса. Тогда могучий Мегатрон подумает. Вселенная постоянно сдвигается и меняется. Так что нам нужно скорректировать координаты. У тебя не будет шанса, Мегатрон. Автоботы, держите строй! Избавься от раздражителей раз и навсегда, скандалист. С удовольствием. Получи. Попробуй еще. Медленно, старик. Я займусь им. Вы тратите мое время. Сила Брайвуса будет моей. Давайте, старик. Никогда. Отдай карту, которую вы украли. Ладно, хотя я подумал, нет! Я помогу тебе передумать! Пока в моем теле горит искра, вам не победить! Назойливый паразит, я оторву тебе ножки. Сначала поймай! А ну, стой! Что это? Держу! Теперь он наш, Оверхолл! Глупцы! Скажите пока, автоботы! Это Прайм! Чудесно! Оптимус Прайм послал своих солдатиков. Он трус, его недальновидность дорого обойдется автоботам. Ну, а теперь... Неплохо. Скажи мне, как лучше? Лучше? Нет. Да. Ладно, еще кое-что подкрутим. Вот. Брат и Лори, а никто из вас меня не боится? Ну, честно говоря, я не боялся. Мы были просто сильно удивлены, что инопланетные формы жизни существуют на Земле. И это не слухи, как говорят взрослые. Понимаешь, о чем я? Я инопланетянин, да? Ну, мы инопланетяне для тебя. И к тому же ты нуждался в помощи. Это точно. Эй, Бат, передай мне вон тот храповик. Вот этот? Нет, не тот. Вот тот. Вон там. Вон. Рад быть полезным, Коби. А на вашей планете все такие отзывчивые и добрые, как вы, ребята. Ну, наверное, не все, но большая часть, конечно. Прямо как автоботы. Теперь я видел все. Пришельцы в лесу у нашего города. Пришельцы? В туфлях на платформе? Это почти как НЛО, да, парни? Эй, что это? Выстриженный круг. Здесь нечего стричь, сынок. К тому же, это скорее квадраты. Понятно. Сюда. Сити! За мной!
Закончил. Посмотрим, как работает. Она работает! Ура, Коби! Хорошо, как новая. Даже лучше. Хорошая работа. А теперь к большим проблемам, ребята. Каким проблемам? Отправить фугаса обратно в космос. А, да, это проблема. Что ж, идей нет? Не волнуйтесь, ребята. У тебя есть план? Группа поиска. Я принесу чипсы, а Коби возьмет содовую. Или ты можешь захватить чипсы, брат. И мы будем слушать музыку. Группа поиска. Музыки не будет. А кто будет искать? Другие, вроде меня. А? Они могут прибыть в любое время. Так люди могут увидеть их. Смотри, еще отпечатки. А? А вот и группа поиска. Интересно, что эти ребята ищут. Может, нас и его? Фугас может быть где угодно на планете. Пришельцы, говоришь? Сам это слышал. Задержись на минутку, Лёк. Ты уверен, что не ошибся? Да, сэр. Шериф с толпой ищет огромное существо вон там, в паре километров за городом. Когда меня сменят, я присоединюсь к ним. Ты тоже веришь в зеленых человечков? Спасибо, джентльмен. А? Кто это сказал? Спасибо за информацию. Она пригодится. Хорошего дня. И вам, мистер. Эй, там за рулем никого не было. И ты думаешь, что я сумасшедший? Что? Грузовик ведет себя сам? Я видел своими глазами. Борт 815 просит подтвердить разрешение на посадку. Принял. Тревога, тревога. Похоже, какой-то аномалии нас носит с курса. Ребята? Похоже, исчезла. Перейду-ка на автопилот. О, боже, что-то лучше не становится. Столько, что это у нас тут? Ох ты, кто бы мог подумать, это же лучше. Пора нанести фугас убежить. Они идут на нас. Есть идеи. Сейчас для них самое время. Фугас! Ты спасен! Я так не думаю. А в чем дело? Десептикон по имени Громовержец. Пригнись! Что это было? О, нет. Это пожар. Бегите! Спасайтесь! Кажется, у меня галлюцинации. Ты в порядке, Фугас? Эти три человека тебя захватили? Ничего подобного, Оптимус. Они спасли меня, когда мне нужна была помощь. Теперь спасать надо их. Что, пожарный автомобиль тоже робот? Оптимус Прайм, трансформация! Надо разобраться с громовержцем и сделать это подальше от людей. Это будет трудновато. Оптимус Прайм! О, сюрприз, сюрприз, сюрприз! Сегодня был удачный день! Громовержец, трансформация! Победить Оптимуса Прайма — это пропуск в высшую лигу! У-ху! Надо это сделать! Об этом я и говорю! Спасайте! Держитесь ближе к земле! Если кто-нибудь не остановит пожар! Теперь я в своей стихии. Я себя лучше чувствую в воздухе. А куда делся этот парень? К вам гости! О, привет, птичка! Он от меня не уйдет. Ого, смотри! Летающие пожарные! Знаете, ребята, а мне уже пора домой. Ну же, грузовик в воздухе? Это странно. Один из нас быстрее! Угадай, кто? Подсказка, это не ты, Оптимус! Шашлык из Оптимуса Прайма, громовержец, трансформация!
Сдавайся сейчас! Я подумаю. Нет! Надо остановить эти ракеты! О, да! Как День независимости! У него получилось! Чудно! Поздно! Огонь распространяется! Еще не поздно! Эй! Люди не огнеустойчивы, как вы! Помогите! Хорошо! Оптимус Прайм! Супер-режим! Базовые индукторы в моих плазменных пушках должны гиперионизировать озеро и задушить огонь! О чем я думаю? Это дождь! Действительно. Счастье, мать природа нам помогла. И как раз вовремя. Да, шансов было мало. Как мы можем благодарить тебя? Вы уже это сделали. Помогли фугасу. Кто-то сказал фугас? Похоже, их миссия закончилась успешнее, чем наша. А это мой младший брат, Бат. Как дела? Добро пожаловать. Меня зовут Истребитель. Я Лихаш. Оверхол я. А меня пулемет. Фугас, мы знакомы. И Оптимус Прайм, лидер автоботов. К вашим услугам. И вы... Разве вы не один из автоботов? Не совсем, девочка. Вектор Прайм, древний трансформер. Но он ведь не враг, да? Я нет. Все мы должны объединиться, если хотим, чтобы наши планеты выжили. А как же мы можем помочь, если Земля в опасности? Не если, а когда? Мы не должны вовлекать Землян. Они уже вовлечены. Это опасно, пулемет. Ты прав. Извини. Это слишком опасно. А? В чем тут вообще дело? То ли они нас защищают, то ли не доверяют нам. Что? Не может быть! После всего, что с нами было сегодня, скажи им, фугас! Брат, посмотри! Этот очень старый, с шестеренками всякими. Смотри! Бат, не трогай! Приветствую. А? Кто ты? О, хорошо смотрится. Я мини-контрол. Трансформация. Это мини-кон шестискоростной. Трансформация. О, быстрый. А это мини-кон эхо. Трансформация. Мило. Вы их взяли из книжки Коби? Конечно. Это был лучший способ смешаться с местными. Где хорошие манеры, поздоровайтесь, миниконы. Мы путешествуем с Вектором Праймом очень комфортно. Хотя пробег у него большой, но теперь раз мы здесь... А где мы? Это Земля. Ага, Земля. Знаешь ее? Никогда не слышал. Отпустите, отпустите, это щекотно, ребята! Что нам теперь делать, командир? Черная дыра, угрожающая Вселенной, наша первая забота. Мы оставили паникера стоять на вахте. Еще нам нужно присмотреть за кибертронцами, которые прячутся здесь, на Земле. Сэр, будет нужна база для операций. Построим. Как насчет киберключей планет? Только у киберключей, помещенных в Омега-шлюз, есть сила, способная спасти Вселенную от уничтожения. С лидером, как Оптимус Прайм, никто не встанет на нашем пути. Что ты уставился на меня, Джолт? Меня это раздражает. Смотрите. А я-то что? Этот знак на тебе. Старая футболка? Это знак Омега-шлюза. А я-то думала, что это всего лишь символ старой рок-группы. Они называются След Атлантиды или как-то там еще.
Это очень мило. Очень интересно. И, возможно, если девочка, не знаю, носит символ омега-шлюза, киберключ может быть здесь. Есть лишь один способ это узнать. Главный режиссер Хироюки Кокуда, режиссер Мануба Оно, художник Такеши Кумазен, оператор Аюми Ушиджима, композитор Кейси Монро, по рассказам Аарона Ачера, исполнительный продюсер Стивен Друкер. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу СТС.